Может ли музыка помочь бездомным? Активисты общественной организации «Благо» отвечают «да». В пятницу они организовали благотворительный рок-концерт. На нем выступили неравнодушные к этой проблеме музыканты. Общими силами они решили собрать средства на благоустройство зимней ночлежки под Владимиром. Что получилось, узнал Илья Лобов. Музыка может согреть, причем в прямом смысле. Концерт с символическим названием «Генерация тепла» объединил музыкантов из Александрова, Вязников, Москвы и, конечно, Владимира. Благотворительность – дело добровольное, поэтому вход решили сделать свободным, а для сборов, в лучших традициях уличных музыкантов, прямо на сцене поставили ящик, чтобы каждый гость сам внес вклад в помощь бездомным. Классический рок, металл, альтернатива и даже блюз. Концерт получился неформатным, но именно такая музыка, по мнению организаторов, сейчас влияет на молодежь. В принципе, бездомность молодеет. То есть, если два года назад бездомный средний возраст был 35-40 лет, то сегодня вот узнавал уже по статистике центральный центр бомж городской, уже от 25 лет. Поэтому как бы давать возможность молодежи осмыслить. Вот, слава богу, приехали к нам музыканты из разных городов поддержать наше движение. А молодежь слушает эту музыку. То есть это показательно, что музыканты поклонники, вот молодежь, да, они, слушая музыку, приобщаются к доброму, то есть делятся теплом вместе с музыкантами. Только вера оставит следы на песке наших душ. Верь, верь. Со сцены звучали песни о любви, свободе, душевных исканиях и трудностях бродяжьей жизни. О ней многие рок-музыканты знают не понаслышке. Приходилось и скитаться, и просить денег на еду, и мерзнуть на вокзалах. Так что проблема бездомных рокерам не чужды. Знакома практически каждому музыканту. Почему? Потому что я сам музыкант и играю в подвалах. И чтобы, как говорится, пойти где-то куда-то, это очень тяжело. Музыканты откликнулись охотно. На концерте выступило 6 групп, хотя приехать собиралось больше. Впрочем, возможность приобщиться к благотворительности у них еще будет. Организаторы не собираются ограничиваться одним концертом и хотят превратить «Генерацию тепла» в передвижной музыкальный фестиваль. Рокеры восприняли эту идею на ура. Вполне себе очень полезно, потому что посредством музыкантов привлекается молодежь к этому. Мы обращаем их внимание на проблему, потому что, в принципе, это реально движущий фактор решения каких-то проблем. То есть с самого начала, если вдалбливать, грубо говоря, в молодежь правильные истины, то потом это даст плоды. Тем более ребята сами не прочь как бы сделать что-то хорошее, помочь кому-нибудь, рассказать своим друзьям. Самые насущные проблемы бездомных – это всегда питание и одежда. Но сейчас самое главное – благоустроить пункт обогрева, недавно развернутый в деревне Новобыковка. Все, что удалось заработать на концерте, пойдет на кровати и матрасы для этой ночлежки. В следующий раз генерировать тепло музыканты будут в Вязниках.